выборы президента Российской Федерации состоялись. У нас будет телеканал, у нас все получится. Вы смотрите телеканал «Дождь». Оптимистик Channel. В эфире экстренный выпуск «Здесь и сейчас», телеканал «Дождь». Опять же, в Твиттере возмущаются тем, что BBC и CNN уже показывают какую-то картинку с места событий. Российские каналы, ну, имеется в виду федеральные каналы, прежде всего, все еще нет. К новости телеканала «Дождь». Нас отключают. Дождь приехала. Полиция. Началось.